больше потерялась. Ты думаешь, Машенька забралась на этот столбик? Ты думаешь, Маша туда забралась? Собачка, вы не видели Машу? А вы Машу не видели? Алиса? Миша звонил. Маша потерялась. Пойдем скорее ее искать. Где же наша Машенька потерялась? Миша так волнуется. Пойдем искать. Ты думаешь, Машенька забралась на этот столбик? Друзья, а чтобы не пропустить наши новые видео, не забудьте подписаться на канал. Давай, побежали. Ты думаешь, Маша туда забралась? Давай посмотрим, что это. О, какая каталка. Ну-ка, иди сюда, Алис. Вставай к ленточке, посмотрим. Можно ли тебе? Нет, Алисочка наша еще маленькая. Ее туда не пустят посмотреть. Но Алиса очень тщательно смотрит, не пробралась ли туда Маша. А на вон ту карусельку пойдем кататься. Смотри, какие лошадки. Ой. Как здорово, да, лошадки с нами? Фига-го лошадки делают. Фига-го. Ну, как коняшки нас везут. Фига-го. Лошадки катаются. Машенька, наверное, где-нибудь рядышком катается. Не-не-не. Маши здесь нету, да? Ты все посмотрела и Машеньки не увидела. Пойдем дальше искать. Гав-гав? Давай у Гав-гав спросим, не видела ли она Машу. Собачка, вы не видели Машу? Машу? Нет, Машу я не видел. А вы Машу не видели? Машу? Маша была возле елочки. Посмотрите там. Спасибо. Ну как? Ты нашла Машу? Нет, не нашла. А давай еще обойдем, посмотрим. Нет, не видно? Нету. Мы ищем, ищем и не можем найти Машу. А может, позвоним Мише? Может, он подскажет, где она? Давай я наберу. Давай. Алло. Алло, это Миша? Да, Мишенька, мы не можем найти Машу. Подскажи, Алисочка, где она любит играть? Алиса, это тебя. Алиса, это Миша. Миша? Подсказал где? Не подсказал, где искать? Не знает Миша, где искать Машу. Пойдем дальше поищем. Алисочка, мы зашли совсем для лялечек в игровую комнату. Может быть, Маша здесь? Давай поищем. Нам подсказали, что есть первая подсказка, где найти Машу. Нужно все овощи разложить по правильному порядку на вот этом чудесном дереве. Ты сможешь разложить? Давай разложим. Мы с Алисочкой собрали все правильно. Нам подсказали следующую подсказку. Она находится дальше. Какой чудный домик. Алисочка, ку-ку! Хозяйка закрылась в своем домике. Здравствуйте. Вы готовите кушать? А можно мне картошку фри? С кетчупом. Алисочка готовит картошечку фри.
Алиса, кто это приходил? Не Маша. Маша приходила? Миши. Хорошо, хорошо, я побежала. Пока-пока. Пока.